Привет, с вами снова Жека. И хочу вам показать наш отель, в котором мы жили. Одна комната 600 бат. В сутку на двоих. Сейчас меня проводят, мы уже как бы выселились. Но хотел вам показать и номер. Вот лифт тут у нас такой есть. Вот такой номерок. Тут у нас ванна. Две кровати, может быть, одна на двоих. Кондишн. Окошко. Балкончик. Телевизор. Столики, холодильник. Вот. И шкаф, соответственно. Вешалки, подушки, тут белье есть. Шампунь, мыло, все дают. Зубная паста, зубные щетки. Чисток выбирают каждый день. Топаз. Две звезды, но по рекомендациям интернету 4. Вот, очень приветливые люди на ресепшн. Thank you. Two minutes. Вот, еще тут есть стоянка. Оснащена видеокамерами. То есть, так что байк можно ставить смело и ложиться спокойно спать. Только блокируйте руль обязательно. Не забывайте забирать ключ замка зажигания. Вот такие стиральные машины. Сюда забрасываем порошок или капсулу. Тут забрасываем монеты. 20 бат в общем нужно бросить. И пуск, let's go, постирались, собрали. Здесь жара, 2-3 часа, оно сухое. В общем так, отлично. Отлично, может быть, на такую сумму. Это старый город. Как бы, ну, здесь, чтобы жить, нужно иметь байк. По-любому, потому что надо далеко ехать. Немножко до пляжа. Вот. А в общем, отлично. Нам понравилось. Чистенько, культурненько. Рекомендую. Вот, хочу вам показать еще один отель. Тут как бы 3 звезды уже. Вот. Ну такой же кондишн. Там картина. Вот. Телефон, столик, 2 кровати. Вот такого типа. Такой же холодильник. Ну, правда, чайник тут добавился. Чайник и фен. Все, в принципе, все то же. Одно стуло. Ну, да, и одно кресло. Там стула было получше, конечно. Это не стула, это я не знаю, что это такое. Одно кресло есть тут. Вот, и покажу вам ванная комната тоже. Вот. Такое. Шампуньку там, зубную пасту, это тоже все дают. Зубные щетки, палочки для ушей и накидку на волосы. Вот. Ну и шкаф. Шкаф, правда, ну, 3 звезды, наверное, за сейф добавили. За сейф, за фен и за электрочайник. Все. Больше ничего такого. Тоже балкон. Балкон, но тут правда, сейчас я вам покажу, это вообще просто. Вот здесь течет такая вот, но это не река, это у них называется как канал, в который стекает вся канализация. Вы знаете, вот сейчас не видно, но тут плавают вараны в размере 1,5 метра варан. Вот здесь я лично видел, сейчас их нету. Но когда мы первый раз приехали на Бангкок, на день. Смотри, плывет. Где плывет? Нет, то мусор плывет. Вот, тут я видел варанов. Это вообще капец. Они в этих какашках, извините, плавают.
Вот, и воняет тут. Ну, это Бангкок. Ну, ничего, вы тут не... Вы можете разве что приехать, допустим, после длинного перелета заехать на, как бы, на один день, чтобы помыться, там переложиться и, допустим, ехать дальше где-то на острова, на Пхукет. Вот советую, ну, рай просто на земле. Вот. И таким образом можно заскочить в такой отель. Он стоит такую же цену, как и на Пхукете, в принципе. Только 3 звезды, не понимаю разницы. Вот. Стирка у нас не 20 бат, а 40 бат. И воняет. Но это Бангкок. С этим надо смириться. Такая вот еще информация. До скорой встречи, до скорого видео. Пока.